Сретение – это встреча с Богом. У каждого православного человека она была своя. А 15 февраля мы вспоминаем Сретение Господа Иисуса Христа. На 40-й день от рождения Богородица, следуя ветхозаветному закону, принесла младенца Иисуса в храм, чтобы посвятить его Богу. Там их встречал праведный старец Симеон, который был одним из ученых мужей того времени, переводчиком. Когда он переводил книгу пророка Исаии и дошел до слов «Се дева в чреве приимет и родит сына», то усомнился, хотел написать вместо «дева» «жена». Но ему в этот момент явился ангел и, удержав руку, сказал, что Симеон не умрет, пока не увидит исполнение пророчества. Симеон взял богомладенца на руки и сказал, что теперь владыка отпускает его из этой жизни в другую, потому что он увидел Спасителя своими глазами. Марии же он предсказал будущее о Христе и ее страданиях у креста сына. Тут же в храме присутствовала благочестивая Анна, пророчица, и она узнала Спасителя, и славила его, и говорила о нем во всем Иерусалиме. Архимандрит Серафим Тяпочкин говорил, «Покой души, какое это счастье для человека! Можно иметь полное жизненное довольство, можно иметь в пользовании все удобства жизни, все блага мира сего, можно считать себя счастливым в семейной и общественной жизни. Но если на душе не будет покоя, то, увы, счастье наше будет далеко не совершенным. Для того и пришел Спаситель на землю, чтобы согреть всех своей любовью, утешить, простить. Поэтому так важно не отвергать свои личные встречи с Богом в храме, не оправдывать их будничными проблемами». Христе Бог.